Тем временем на Ямале продолжают бушевать пожары. Для борьбы с огнем на помощь округу прибудут иногородние специалисты. Напомню, по данным регионального пункта диспетчерского управления Ямал-Спаса, на сегодняшний день на территории автономного округа действуют 32 природных пожара на площади 560 гектаров. Для усиления команды по борьбе с огнем на Ямал из Тюмени уже прибыла поддержка. 50 десантников с противопожарной техникой. Кроме того, ожидается приезд полсотни огнеборцев из Екатеринбурга. Всего же в тушении лесных пожаров на Ямале задействовано более 500 специалистов. Из-за сложной обстановки в регионе запланировано внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под председательством замгубернатора Ямала Алексея Булаева.